Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Как вам понравилось у нас в Баку соревнования? Какие впечатления? Да, все отлично. Нравится арена, нравится город, страна, все люди приветливые. Все отлично. Самое главное, это отношения хорошие. Довольны вы своим результатом? Нет. Доволен то, что я прошел финал, но какие-то недочеты определенные все равно присутствовали. Вот я постараюсь их устранить в финале. Дай Бог, желаем вам хорошего результата и удачи. Спасибо.